13 апреля жители Анкары смогли увидеть флаги Турции и Азербайджана на главном символе турецкой столицы, под названием Атакуля. Наряду с этим, на вышке периодически появлялись слова «С любовью Азербайджану» и «Один народ, два государства». Таким образом, братская страна выразила поддержку Азербайджану в эти тяжелые дни. Следует отметить, что двумя днями ранее Азербайджан также выразил свою поддержку Турции, транслировав на здании центра Гейдара Алиева флаг братской страны.